Извини. Алло. Как сбежал? Я сейчас буду. Что такое? Что случилось? А? Ваня из дома сбежал. Как сбежал? Я не знаю. Я тебе перезвоню. Подожди, я отвезу тебя. Нет, спасибо, я сама. Извини. Я даже не заметил, как он исчез. Он просто делал уроки и... А я говорила. Я предупреждала. Нужно было детям сразу все рассказать. Ванька уже не маленький, понял бы. Ну и что? Ну и Павлик ко мне подходит, спрашивает, где мама. Я ему объяснил, мол, мамы нет, и я его никогда не брошу, потому как... Ясно. Ванька, значит, рядом был, все слышал? Да. Вбежал, как ненормальный. Говорит, раз его тут никто не любит, так он и... Я уже всех друзей обзвонила, учителей. Надо в полицию заявлять. Подождите. Сколько не было? Ну, часа три. Ты знаешь, где он? Проверю одно место. Если его там нет, вызовем полицию. Так и уйдешь когда-нибудь от меня, не попрощавшись. Что я тогда буду делать? На каком корабле тебя искать? Я ж так с ума сойду. Мам, я не... Что ты? Думал, что тебя никто не будет искать? Что ты никому не нужен, тебя никто не любит, и что ты самый несчастный мальчик на земле? Откуда ты знаешь? Я же не всегда взрослой была. Я не хочу быть взрослым. Взрослая жизнь такая дерьмовая. Ну что ты говоришь такое, Вань? Жизнь, знаешь, она разная. Бывает сложная, вот как у нас сейчас с тобой. Сложная, да. Ну ничего, как-то все налаживается, и потом... Как налаживается? Ну, не знаю, как-нибудь наладится. Но если Павлик – это папин сын, то я тогда кто? Ты тоже папин сын. А это нормально, что у него другая мама? Нет, ненормально. Но так случилось, и как-то надо с этим жить и что-то делать. Что делать? Что? Я не знаю, Вань. Ну, а что бы ты сделал? Вот посоветуй мне, сын, ты же уже взрослый. Это и твоя жизнь, наша жизнь. Ну, не знаю. Ну, дядя Костя хороший человек.
А папа? А папа Павлику будет своему потирать сопли, раз мы ему не подходим. Вань, папа тебя очень любит. Очень. И ты это знаешь. А Павлик? Посмотри, как он за тобой бегает. Ты для него как старший брат. То, что для тебя бедой обернулось, для него счастье и радость. Ты знаешь, я всегда хотела иметь брата. А ты сам вспомни, когда маленький был, все время бегал за нами. Купите, купите. Забыл уже? Я так говорила раньше, в детстве. Купите. Сейчас уже все по-другому. Он нас предал. Все равно, Ваня, об отце так не надо говорить. Давай мы с тобой дома об этом поговорим, ладно? Посмотри на меня. Пообещай мне, что ты больше так не будешь делать. И никуда не уйдешь. Ты же моя надежда. Моя любовь, моя радость. Как я буду жить без тебя? Прости, я не подумал. Вот, и папа наш тоже не подумал. Давай пойдем. Пошли. Что это идет, Никита? Кристина, как тебе на свежем воздухе? Ой, ты все, А звезды какие? Романтика. А может быть, придет пора иных высот? А может быть, придет пора других красот? И повернется шар земной другой стороной. И выйдет так, что будешь ты опять со мной. Ты через наше далеко придешь ко мне. Мне в это верить так легко, как в снег, как в снег, как в белый снег июльским днем. В жару летний зной я буду петь тебе о нем, тебе одной. Тот снег ложится на висок, идет, идет. Я в землю высею песок, авось взойдет. Я песню новую мою спою, я спою. Авось немного изменю судьбу свою. Ринуль, помочь? Ой, Мань, знаешь, как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Я никогда даже не думала, что буду счастлива просто вот эти формулы писать. Да, подумаешь, что же мне счастье? Работа. Ты просто, Ринка, очень соскучилась по работе. Mm-hmm, да. Вот, разберись-ка лучше с этими формулами. Это наша новая разработка. Ну, правда, с импортным парфюмом нам сложно конкурировать, но свое тоже хочется на рынок вывести. Посмотри. Вот. Вроде бы все то, но чего-то не хватает. Ноты какие-то древесные получаются, прям горелым тянет.
Ну да, согласна. Прям пожар в джунглях какой-то. Да, с таким ароматом только на развод ходить. Прости. В общем, давай, включай свои золотые мозги. Угу. Ну что, вижу, жизнь-то налаживается. А оно всегда так. Сначала сломается, а потом все путем. Жизнь. Прошу. Спасибо вам. Ну, сейчас вот, не торопясь, давайте сверху. Тихонечко, поехали. Хорошо, поехали. Во сколько? Оп. Стоп, стоп. Подожди, вот в этот момент ты прям целься ему в лоб. Понял? Я понял. А вы, случайно, не наша новая главная героиня? Комаровскую что, на вас заменили? Будем знакомы, коллега. Давай, давай. Очень приятно. Поехали. Начали. Оп. А вы что, сами не умеете? Я лицом работаю. Мне его беречь надо. А ему оно нахрена? Так, кадри мышцами поработать и все. Да. Давайте, продолжайте. Девочки, небольшой перерыв. Давай, осторожнее. Не спеши. Сереж, а вот здесь мне уже дублер не нужен. До свидания. Повторяю, актера перегрев, снимаем другую сцену. Сцена меняем местами. Все услышат. Прием. Мы скоро уже закончим, сразу поедем ужинать. И я тебя никуда не отпущу. Ну, как дела в зоне боевых действий? Отлично. Ну, все хорошо. С детьми разобралась, потихоньку все налаживается. Он уже студентов берет и дома им преподает, и на брусьях уже держится. Он, опять он. Пошел. Он меня меньше всего интересует. А пусть живет как хочет. Мне интересно, как мы. Когда уже переедешь? Ну, еще пару дней. Слушай, у тебя так здорово получается, мне очень интересно. Серьезно? Да. Костя, готовимся к съемке, Константин! Да-да-да-да-да! Ребята, оп, давайте сейчас начнем. Костя, Костя! Да? Что? Я тебе не мешаю? Не-не-не-не-не. Сейчас мы быстро. Ага. Открывай! Свои! Ну, мужик, ты даешь. Еле тебя нашел. Здорово. Здрасте. Альбертыч, а вам что, не сказали, что я закрываю фирму? Вот я тут... Короче, я когда в прошлом году у тебя вот этой вот эчиночуши прикупил, так у меня не 60 центнеров с гектара, как у всех пошло, а 140. А с этой твоей фигней я и 150 выгоню. Вот, хотел еще 20 тонн у тебя прикупить. А ты как сквозь землю провалился. Альбертыч, какая соя, какие центнеры? У меня склады опечатаны, за аренду платить нечем. Так отпечатаем. Я тебе за двадцатку перечислю, как за 25. Мне не жалко. Моя соя в загранку, как песня полетела. Я производство расширяю. Ну, не знаю. А что, правда, так хорошо пошла? Ну, я что, на идиота похож? Искал бы я тебя. Короче, давай ближе к делу. 20 тонн даешь? Да это дам, конечно. Но если и склады отпечатают, и плюс я-то давал экспериментальные тонны. Объясни по-нормальному. Ну, я там кое-что добавил. Некоторые ингредиенты. Они и дали вот эти 140 с гектара. Так и сейчас добавь. Если проблема в бабках, мы сторгуемся. Нет, вопрос не в бабках. Просто у нас этого ингредиента в стране нет. А где есть? Мне дальнобоя в Европу сгонять не вопрос. Ты говори, куда? В Индию. Да елки-палки. Чего в этой Индии такого есть, чего у нас нет? Ну, во-первых, там мой однокурсник, Раджив, мы до сих пор общаемся. Он эту добавку и изобрел. Я там поэкспериментировал с формулой, поигрался и... Ну, там вообще всего 2 грамма на центнер идет. Но значение ошибся, поздравляю. Ну, поздравляю, стакан не нальешь, но ход мысли понятен. Слушай, короче, берешь этого своего Раджу за жабры, я растаможку, пересылку, это я все беру на себя, оплачу. А ты мне для начала варганишь 20 тонн этого своего... Тьфу ты!
200 тонн этого чудо-средства своего. А я тебе еще клиентов подгоню. У меня и сын на подходе, и зять. Тут такие заказы намечаются. Ну и ты в деле. Офис откроешь, а? По рукам. Ну, получается, что по рукам. Здравствуйте. Ирина Щербакова. Геннадий Альбертович, директор агрофирмы Soyland. Очень приятно. Жена? Да. А что ж ты мужа на привязи держишь? Сидит, понимаешь, как пенсионер на припечке. Ноги – это ерунда. Ногами мужик много не заработает, если не футболист, конечно. Зато голова у твоего благоверного светлая. Я вот тут ему дело предлагаю, а он куксится, как будто масло напился. Ну, помогу, говорит, красавица. Тим, ты чего? Гостю чай не предложишь. Вы раздевайтесь, присаживайтесь. Я сейчас чаек поставлю, стол накрою. А чего дуло такое кривое? Видишь, чайка села. Вот оно и прогнулось. Но если это чайка, то я Бэтмен. А я Спайдермен. Как договорились? Отлично договорились. Отлично. Ну и хорошо. Завтра у тебя последнее занятие с физиотерапевтом. Да. А дальше он говорит, все зависит от тебя. И Альбертыч этот хорошо подвернулся. Кстати, да? Да. Я считаю, что очень кстати. Ну, получается, дальше я тебе не понадоблюсь. Не понял? Что-то не понял. Тим, не надо на меня так смотреть. Сам поднимешься и фирму поднимешь. Лидия Николаевна сюда переедет, я буду навещать. А как же Ваня? Ванька останется со мной, а Павлика мы будем забирать к себе на выходные. А. То есть ты уже все решила и последнее слово подсудимого тебя не интересует? Нет. Мне не интересно слушать твои оправдания. Не надо мучить ни меня, ни себя. Я понял, но все же это несправедливо. Потому что даже осужденные на смертную казнь имеют право на последнее слово. Последнее слово, Тим. Несправедливо? Слушай, да начнется у тебя новая жизнь, все наладится. Я сделала для тебя все, что могла. Давай закончим этот разговор. Извини. Здравствуйте. Ух, вот, а я все ждал, когда вы ко мне подойдете, а вы все мимо да мимо. У меня здесь свекровь живет, бывшая, недалеко, и я то на работу, то за детьми. А ключ-то пригодился? Ключ? Да. А тут? Не болит уже? Болит, еще сильнее. Непорядок. Пойдем. Посидим, покурим. Я ведь не курю. Я тоже. Тогда вот. Спасибо. А чего же оно до сих пор болит? Может, и выговориться надо? Видишь ли, дочка, иногда нужно просто выговориться. Недаром говорят, излить душу. А тебе, видно, не с кем. Не с кем. Ну, так и говори сейчас. Не бойся. Мы люди чужие, а с чужими всегда легче. А вы психолог? А то. С чего начать? А с чего можно?
с мужем прожили 10 лет. Значит, ты все решила сама. Вот и молодец. Только я вот что тебе скажу. К счастью, идут со счастливым лицом. А у тебя оно, скажем мягко, не соответствует. Да нет, я счастлива. Просто сейчас вспомнилось. Я счастлива, у меня работа моя есть. И дети, сын у меня есть. Я еще... Что я вам это рассказываю? У вас вон своя работа. Ну, как знаешь. Только я вот как сказал бы, раз уж судьба нас свела. С тобой поступили жестоко. Тебе плохо и темно. И ты слышишь только себя. А от этого тебе тоже плохо и темно. Но сейчас-то мне легче. Вот, видишь, разговаривать надо по-человечески. Вот ты выслушай его. Ему ведь тоже поделиться не с кем. Разойдетесь, разойдетесь в темноте. Так каждый в темноте и останется со своей болью. А как дальше жить? Как в темноте и обиде новое строить, а? Чего не спишь? Не могу. Ты хотел со мной поговорить? Ну вот, я тебя слушаю. Хотел. Только не смотри, как прокурор. Хочешь, я на тебя как адвокат буду смотреть? Ну ладно, говори, я только прошу тебя, давай не врать. Хорошо.
Есть кто? Закрыто у нас. Водки нет. Девушка, заправка или СТО есть? Вон машина, я поломался и... Заправка километров 50 отсюда, за поворотом. Ого. Скажите, поесть что-нибудь продаете? Только чипсы, холодильник не работает. Знаю я, вас так кушать хочется, что и переночевать негде, да? Нет. Что? Вы всегда такая добрая с людьми. А как с вами еще? Особенно на трассе. Здесь вообще всякая шваль ошивается. Ну, спасибо. Извините, что побеспокоил. Ладно уже. Заходите давайте. Заболеете. Спасибо. Забавно. Даже как-то смешно. А ты ничего получше придумать не мог? Смешно. Смешно. А что ты думала? Ничего, продолжай. Чужой городишко. Разбитые дороги. Машина сломалась. Я мокрый, злой. Ни одного заказчика по всей области не нашел и... Несчастный. Ни одного заказчика. А хочешь, я дальше расскажу, как все было? Я поняла, да. Так вот оно как бывает. Ты весь такой мокрый, несчастный, и даже заказчика ни одного не нашлось. И вот добрая женщина, очень милая, забирает тебя к себе, дает тебе свой халат. И ты в душе весь такой беззащитный, несчастный. Она замыслила коварный план, решила тебя соблазнить. И ты даже не успел ей крикнуть, что ты женат. Или, может быть, ты забыл? Ты забыл? Так? А как? Да. А жена у меня химик, очень даже перспективный. Парфюмером хочет быть, с мировым именем. А я вот мотаюсь по районам, как проклятый. У меня там свой бизнес. Химдобавки для повышения урожайности. Но что-то пока не очень идет. Понятно. Но ничего. А я после школы сразу здесь, в этом киоске, и осела. Здесь и ночую. Родители умерли, спились оба. А дом на дядьку, на маминого брата записан. Хозяин полвыручки за койку дерет. Да и трасса эта постоянно перед глазами. Туда-сюда, туда-сюда. Народ едет куда-то. Иногда даже сдачу не забирают, представляешь? Богатые. А я беру. А что делать? Я в город хочу уехать учиться. Накоплю, уеду. Ленка! Лен! Ой, я, по-моему, дверь забыла закрыть. А это кто? Да это шкаф с Сёмкой местной, за водкой. Сейчас я их быстро спроважу. Ой. Да не, ну свет горит, значит, здесь должна быть. Лена! О. Водку давай. Сейчас. Секунду, сейчас. Так, где же она у меня? О, есть? На. Две давай. Ну, да где же я вам две возьму? Все вылокали за день. Тогда натуры давай. Не надо, не надо, пожалуйста. Пусти меня, сказала! Алло! Мужики! Полицию вызвать? Или сами уйдете?
О, помилуй, а кто это тут у тебя? У нее хахаль тут, походу, братан. Мы помешали. А, да, действительно помешали. Получается, братанчик, мы с тобой эти невежливые люди. Такую малину обломали. Мужики, давайте быстро отсюда, ладно? Да ладно, ладно, мы на минуточку, ну хотим извиниться, ну там, пардонте, мерси, все дела. Братанчик, извинись перед гостем. Мальчик, я вас прошу, вам эту водку даром отдам. Ну, пожалуйста, ну уходите. Ну, пожалуйста, рыба моя придорожная, да мне же для тебя ничего не жалко. Это ты ему бесплатно давать будешь. Он, видать, птица важная, да? Важная птица, да? Важная, важная. Валим, валим, братанчик! Валим! Пошли, валим! Так это в тот день, когда ты побитый вернулся? Да. Ты помнишь? Да, помню. Примочки тебе делала, жалела тебя. Так это получается, ты уже... Как бы это мне лучше выразиться? Уже врал? Да, врал. А что я должен был сказать? Ты прям мой герой. Это ж... Тихо, тихо, тихо. Они ж звери, я думала, они убьют тебя вообще. А ты их... Так с виду и не скажешь. Да, я просто карате занимался. Ну ладно, хватит, печет. Да ладно, это ж дезинфекция. На, держи. Я тебе сейчас картошечки с колбаской нажарю на плиточке. Да, у меня же все свеженькое, правда. Я же про холодильник собрала. Сейчас. Ой, сейчас. У меня есть коньячок, сейчас станет легче. Сейчас. Давай за знакомство. Ну вот и познакомились. Тебя-то как зовут? Тимофей. Лена. Знаешь, за меня еще никто никогда не дрался. Собачья жизнь. Миленький мой. Хороший мой, забери меня отсюда. Лен. Слышишь? Ну ты что? Забери меня. Ну что ты говоришь? Ну. Мой хороший. Прошу тебя, забери меня. Я пропаду здесь. Ну забери. Все было как наваждение. Потом она приехала сама, как снег на голову. Павлика мне показала. Ну и дальше я просто не мог его бросить. Прости, пожалуйста, а как ты понял, что ребенок твой? Да очень просто. Тест сделал. Я потом только к мальчику ездил. Между мной и ей больше ничего не было, только к пацану. Хочешь верь, хочешь не верь, хотя
Уже все равно. Да, все равно. Я не понимаю, зачем ты врал? Как ты все это время врал? Зачем? Для чего? Ну а как? Что я должен был сказать? Что в таких случаях можно сказать? Что говорят в таких случаях? Знаешь? Я не знаю. Я тоже. Ну вот скажи, бывает же такое, что говорят, что женщина залетела, так? Говорят? Говорят, ну и что? Ну, а что мужик не может залететь? Залететь по своей дурости, по своей глупости, потом всю жизнь врать своей любимой женщине. Бывает такое? Может, бывает. Вот и со мной такое случилось. Я жил как в аду, каждый день я думал, как сказать, как признаться. Рин, я виноват перед тобой. Может быть, даже больше, чем ты думаешь. Я и на работу тебя не пускал, просто чтоб ты меньше на людях была, чтоб, не дай бог, не узнала. Карьеру тебе загубил, идиот. Я не знал, я боялся тебя потерять. Это все происходило потому, что я боялся тебя потерять. Я не знаю, испугался, что ли, я себя проклял. Я не знал, что делать, я думал, куплю дом где-то подальше. Не знаю, все как-то сложилось бы, сына бы я, конечно, бы не бросил, но... Рина, я любил и люблю только тебя. Я бы все за тебя отдал, все. Лучше бы они меня тогда убили. Вот что ты наделал? Вот зачем ты это сделал? Зачем? Рина. Ты ничего не понимаешь. Я ведь так люблю тебя. Я тебя. Константин, значит, помнишь, да, как мы с тобой двигаемся? Ты мимо бочек, вокруг бочек, разбиваешь коробки, там делаешь разворот и возвращаешься на площадку. Понял? Костя, что с тобой? Ты что такой грустный? Все в порядке? Давай, старик, соберись. Нам нужен этот трюк. Это должен быть прекрасный, замечательный трюк. Я на тебя надеюсь. Давай, все. Давай, в машину.
Вот, прекрасно. Он прекрасно все сделал. Ребята, давайте готовимся к съемке. Пожалуйста, все на места. Теперь будем снимать. Прошу, снимаем все. Приготовились. Мотор? Есть мотор. Камера? Есть камера. Начали! Поехал, Костя! Поехал, вперед! Стоп! В чем дело? Почему? Куда он уехал? Что? Что случилось? Где? Ну ты опять за свое. Мы тебя обыскали. Деда, 7 часов ужинать. Зачем тебе этот мусор? Сколько можно? Сидел бы дома, мама сердце. Это не мусор, это вторсырье. Десятка за килограмм, между прочим. И в городе чище. Да и вам вот. А маме я никогда обузой не буду. Работать не стыдно. Раз мама сердится, пойдем домой. Прекрасная незнакомка. Мое почтение. Будьте счастливы. Знаю и сам, что есть предел и твоим чудесам. Но может быть чудо выше и нет, чем странной любви этой свет. Странной любви этой свет. Хочу представить вам новый аромат. В данную композицию вошли ноты такие, как корень ночной фиалки, жасмин, лаванда. В основу легли масла макадамии, пачули, ваниль, мох дубовый. Этот аромат скорее... Он вечерний, я бы даже сказала, ночной. Ему присущи страсть, открытие чувств. Этот аромат должна носить женщина сильная, женщина, уверенная в себе. Скузи, сеньор Щербакова. Да? Тут указан в основе розовый перец. Это очень любопытно. Какую же историю вы предлагаете нашим потенциальным клиентам? Да, действительно, вы правы. Я сейчас объясню. Нотки перца придают аромату пикантную горечь, совсем чуть-чуть. Это, скажем, как напоминание нашим женщинам, напоминание нашим потенциальным клиенткам, как вы изволили только что выразиться, напоминание о том, что... Даже самая красивая история может показаться пресной. Без этой самой горчинки. И никакими сладостями ее не подменишь. Легкая горечь украшает мудрую женщину. Придает ей загадку, тайну. А куда уж такой женщине без перчинки? Ну, как я ответила на ваш вопрос? Grazie, bella signora. Si, ma. Ну и главный вопрос, госпожа Щербакова. Нас всех интересует,
Как же будет называться аромат? Или это коллегиальное решение? Нет, сеньор Эниум. Спасибо вам за ваш вопрос. Вы знаете, мы подумали, что право выбора названия аромата должно принадлежать разработчику. Спасибо. Брависсимо. Аромат будет называться «Тень любви». По-моему, прекрасно. А теперь самое главное, ради чего мы с вами здесь сегодня собрались. Итак, вашему вниманию экспериментальный экземпляр. Прошу. Господа, прошу вас насладиться нашим новым ароматом. Извините. Простите, извините. Брависсимо. Привет. Прости меня. Костик, прости меня еще раз. Ты замечательный. Ты очень хороший человек. Ты столько для меня сделал. Я никогда этого не забуду. Поверь мне, никогда. Но просто... Кость, я так не могу. Ты не заслуживаешь обмана, я не могу обманывать. Поэтому лучше так. Прости меня еще раз. Прости и прощай. Красивая девочка с лазурными волосами снова появилась в окне. При виде несчастного деревянного человечка, раскачивающегося под порывами северного ветра, она почувствовала к нему глубокую жалость и три раза хлопнула в ладоши. По этому знаку послышался громкий шум крыльев. И большой сокол стремительно опустился на подоконник. «Что прикажете, прелестная фея?» — спросил сокол и склонил свой клюв в знак уважения. А надо сказать, что девочка с лазурными волосами была никто иная, как добрая фея, жившая здесь на опушке леса уже больше тысячи лет. Да. Давай, мужик. Давай. Привет. О, привет, Рина. Смотри, что уже могу. Сейчас. Где она там? Что ты делаешь? Тим? Ты, главное, просто смотри. Может, не надо? Просто смотри. Давай я тебе по... Я... Отойди. Хорошо. Мужик должен быть мужиком. Сейчас, неправильно. Взял. А теперь считай до трех. Давай. Раз. Раз. Два. Да. Три. Стой там. Я стою. Стой. Я стою. Смотри. Ты
Держишься? Да. И тебя держу. Держу. Это еще только начало? Да.